Группировка «Исламское государство» – главный подозреваемый по делу о двойном теракте в Анкаре. Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Примененные в субботу бомбы, как показали первые результаты расследования, по своему типу совпадают с той, что боевики этой группировки подорвали 20 июля в городе Суруча на границе с Сирией. Использовалась та же взрывчатка, и в обоих случаях была начинка с поражающими элементами. Тогда погибли 33 человека. В этот раз погибших уже почти 100, раненых еще больше. Задержано уже несколько десятков подозреваемых. Полиция и саперы продолжают обследовать место теракта и изучать записи камер видеонаблюдения.